Вы случайно не Энн Фрейзер? Девочка в красных сапожках. А вы Дэнни Брайс, мальчик, который уехал? Ага. Я вернулся. Куда идете? Не знаю. И я тоже. Хотите со мной? В 1991 году Ранульф Файнс опубликовал книгу «Пернатые» — документальный рассказ, на котором основан этот фильм. Книга вызвала ожесточенные дебаты и официальные опровержения со стороны правительства. По сей день детали участия САС в Оманской войне остаются засекреченными в соответствии с британскими законами. Судьба Дэнни Брайса и других оперативников в штатском остается неизвестной или не разглашается.